Рассмотрим алгоритм построения графика функции y равно ax квадрат плюс bx плюс c. Рассмотрим это на примере построения параболы y равно минус x квадрат плюс 6x минус 7. Коэффициент а при x квадрат равен минус 1. А меньше 0, значит, ветки направлены вниз. Второе. Мы должны найти координаты вершины параболы. Обозначается координаты вершины параболы m, n. Координата m находится по формуле минус b, деленное на 2a. Таким образом, m равно минус 6 разделить на минус 2. Это будет 3. N находим таким образом. Y от M. N равно. Вместо X подставляем тройку. Получаем минус 9 плюс 18 и минус 7. Таким образом получаем координату 2. Итак, вершина имеет координаты 3 и 2. Найдем точки пересечения с осями координат. Итак, с осью ОХ. Y равен 0. Решим такое уравнение. Минус x квадрат плюс 6x минус 7 равно 0. Домножив на минус 1, получим уравнение. X квадрат минус 6x плюс 7 равно 0. Так как коэффициент b четный, можно использовать формулу для четного коэффициента b. То есть d1 это будет 9. Минус 7 равно 2. Корень из дискриминанта равен корень из 2. Таким образом, x1 и x2 у нас получаются 3 плюс-минус корень из 2. Итак, мы нашли точки пересечения с осью ОХ, и они имеют координаты. 3 плюс корень из 2 и 0. И 3 минус корень из 2 и 0. Найдем точки пересечения с осью ОY. X равно 0. Подставив вместо X 0, мы получим Y равен минус 7. Таким образом, точка пересечения с осью Y 0, минус 7. И возьмем еще две дополнительные точки. Итак, для X единичка посчитаем, чему равен Y. Подставляем минус 1 плюс 6. Это будет 5 и минус 7, минус 2. И дадим значение х двойка. Таким образом будет здесь минус 4 плюс 12, это будет 8. И 8 минус 7, 1. Приступаем к построению параболы. Отмечаем вершину параболы, и вершина параболы у нас имеет координаты 3 и 2. Ветки направлены вниз.
отметим точки пересечения с осями. Итак, точки пересечения с осями у нас 3 с осью ОХ, 3 плюс корень из 2 и 3 минус корень из 2. 3 плюс корень из 2. Корень из 2 это приблизительно 1,4, значит, это будет 4. Это здесь будет эта точка. И 3 минус корень из 2. Это где-то будет точка вот здесь располагаться. Точка пересечения с осью Y 0 минус 7. 0 минус 7. Вот эта точка. Следующие две дополнительные точки мы брали. 1 и минус 2. И 2 и 1. Построим им симметричные точки относительно оси симметрии x равно 3. Вот симметричная точка. И теперь плавно эти точки соединяем. Мы построили параболу y равно минус x квадрат плюс 6x минус 7. Задача решена.